И у меня сегодня привилегия представить пастора Хвона. Он сегодня приехал, и он был в прошлый раз, несколько лет назад. Давайте воздадим Богу славу. И у нас несколько лет назад он был у нас с биратом Чианом. Я хочу сказать несколько слов об этом. И однажды он сам пастор в Сеуле. Вот, и он также возглавляет корейское отделение Института Петера Вагнера в Корее. И они пригласили нас с братьями, несколько служителей, в Корею для того, чтобы мы могли побыть на этом собрании. Когда мы с братьями попали, честно говоря, я много раз был в Корее и видел разные церкви. И пятидесятнические, и пресвитерианские нас возили в разные, и методистские церкви. И там очень много такого традиционализма. И на самом деле, я понимал, что для российской культуры это сложно воспринять, и мне было неинтересно. Я не ожидал, что... Но я чувствовал влечение духа. И когда я попал туда, я был очень сильно удивлен. Когда мы с братьями попали, такое было помазанное прославление вообще, свободное. Если бы... Как будто это были, не корейские церкви. И потом, я рассказывал уже, не буду повторяться, когда ночью мы с братьями ночевали, прорвались пророчицы к нам, накормили нас кока-колой с курицей и стали пророчествовать. Я не ожидал, что так глубоко они будут пророчествовать. И я получал много пророчеств в своей жизни, но это было глубокое пророчество. Оно куда-то ушло на самое дно колодца, и там на дне колодца поработало с моими камнями на самом дне. И я получил очень сильное благословение, потому что потом я мог неделю не молиться, а летать по воздуху. У меня было такое ощущение, что мне больше молиться не надо. Вот. И я просто был исцелен очень во многих вещах через это служение пророчества. Для меня это было просто знамение. Потом еще раз, второй раз я поехал туда, сам уже, и был тоже на одном собрании. Там был Питер Вагнер, Синди Джекобс и Че Ан. Я познакомился с этими людьми и пригласил пастора Че к нам, потому что я увидел, как он служит в даре словознания, как было много людей, и он служит, просто двигаясь в дарах духа. Я подумал, что это очень хорошо, это нам надо. Это просто настоящее движение. И когда он приехал, это было большое благословение. Он приехал с пастором Хвоном, и вы помните его, да? Кто из вас помнит его? Поднимите ваши руки. Он показывал видео, когда он повлиял на то, чтобы пастора Йонги Чо простили другие пасторы церкви. Он показывал нам ролик, когда они на колени падали и просили прощения у пастора Йонги Чо. Вот. И для нас это, конечно, большое благословение сегодня. И я хочу пригласить его сейчас на сцену. Давайте поприветствуем его, пастор Хвон. Он приехал с командой. Тоже, пожалуйста, команда, встаньте, пожалуйста. Сестра Лена, поднимите команду, пожалуйста, тоже. Встаньте, команда. Вот эти три человека приехали из Кореи. Слава Господу. Пожалуйста, пастор Хвон, проходите на сцену, и мы будем служить Господу. Еще один микрофон дайте, пожалуйста. Вся честь и слава Господу нашему. Вся слава и честь Господу. Хвала и поклонение Ему. Кёнгбэрэл дольчийода. Воздай всю честь и славу Господу. Аллилуйя! Перед тем, как я буду что-то говорить, я хотел бы, чтобы мы вместе прославили Господа. 여러분, 축구장에 가면은 골인이 됐을 때 사람들이 벌떡 일어나 가지고 그냥 난리가 나면서 손을 들고 환호를 하죠. Кто был на футбольных играх, знаете, да, когда гол забили, мы как стоим, что какая реакция? Все всклакивают, что делают? Кричат, да? 여러분, 골이 하나 들어가도 사람들이 일어나 가지고 난리가 나는데. Ну представьте, если люди встают и радуются, когда забьют всего лишь один гол. 우리 살아계신 하나님을 찬양하는데 오늘 우리 난리를 한번 쳐 보십시다. Тогда давайте мы все будем кричать ещё больше, когда будем славить имя Господа. Аминь. Аллилуйя. Ух! 제가 첫 번째 하나님을 찬양한다고 하면 일찍 일어나 가지고 뛰면서 기뻐하면서 환호성을 질렀으면 좋겠어요. Давайте, когда мы, он, я говорит, я призову имя, давайте прославим имя Господа. Мы все вместе, когда он скажет, мы все встанем и будем взывать к нему. 그다음에 두 번째, 예수님을 사랑한다고 하면 여러분 또 다시 일어나서 완전히 하나님을 찬양하십시다. Когда я провозглашу имя Иисуса Христа, мы еще раз встанем, будем
хвалите имя Господа. 그리고 성령님을 환영합니다. 했을 때 다 같이 일어나서 축제 함성을 지릅시다. Мы все встанем и будем кричать громче, чем на футбольном поле. Аминь. 준비되셨어요? Вы готовы? 하나님을 찬양합니다. Мы славим Господа Бога. Аллилуйя. Можно попрыгать, да? Давайте еще выше. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Можно и волну потом сделать еще. 두 번째. Второе. 예수님을 사랑합니다. Мы любим Иисуса. Аллилуйя. Еще громче, сильнее. Аминь. Аллилуйя. 세 번째. 성령님을 환영합니다. Добро пожаловать, Дух Святой! Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! И еще напоследок одна вещь. Когда мы поклоняемся Господу и находимся перед Ним, есть очень много людей, которые поклоняются перед Ним с мрачным лицом. Давайте мы будем улыбаться и радоваться Господу. Будем с радостью поклоняться Ему. Аминь. Аллилуйя. 자, 이렇게 так. 하는 거예요. 제가 기쁨의 예배를 드립시다 하면 여러분들이 같이 웃으세요. Давайте, когда я говорит, призову, давайте будем с радостью поклоняться Господу, и мы вот так скажем ха-ха-ха, да? Окей. Okay. 자, 기쁨의 예배를 드립시다. Давай с радостью, с радостью будем славить имя Господа. Аллилуйя. Аминь. Ва, 앉으세요. Садитесь теперь. 자, 우리 제가 말씀을 전하기 전에 저쪽 DVD를 한번 봤으면 좋겠습니다. Перед тем, как я буду что-то говорить, я хотел бы, чтобы показали видеоролик, если он готов, конечно. 아, 조영기 목사님하고 저하고 화해를 하고 한국 장로교와 그리고 순복음교회가 화해하는 장면입니다. 아, на нем запечатлен момент, когда мы происходит примирение между мною и пастором Йонги Чо, а также между церковью Сунбогым и пресвитерианской церковью Кореи. Для тех, кто не видит, переполненная слезами покаяния церковь. Конференция «Трансформация» 2007 года. Мероприятие, посвященное столетию Пхеньянского пробуждения. Олимпийский стадион. Пхеньян Фуэм-Ундон 100-летие гинемаем Трансформейшн 2007 대회가. Пробуждение прошло с 7 по 14 января на стадионе в Олимпийском парке. Изменения через пробуждение. Оно проходило под горячим действием Духа Святого. 특히 이번 대회는 данное мероприятие было посвящено столетию Пхеньянского пробуждения, руководили им известные пастора и ученые. 학자, 교수 등 총 20여 명의 유명 강사들이 이번 대회를 이끌었습니다. Во время 8-дневного мероприятия прихожане, когда горячо поставляли и молились. Мне очень хотелось бы, чтобы этот час был благословенным часом для всех. Представляю вам пастора Чо Йонги. Это то, что здесь написано, для тех, кто не видит. Огромное спасибо. Если вы с Духом Святым, скажите «Аминь». Благословляю вас именем Иисуса Христа. Благословляю вас именем Иисуса Христа. В этот день произошло удивительное событие. Под действием Духа Святого начался час покаяния, которого не было в программе. Очень много было критики и осуждения пастора Чо Йонги за действия Духа Святого. Каждый раз во время молитвы, почему ты критикуешь пастора Чо Йонги, которого я поставил как Божьего раба? Хотя я не являюсь главой пресвитерианской конфессии, но как пастор пресвитерианской церкви, хотел бы попросить прощения за то, что осуждал пастора Чо Йонги, называл его лжепророком, обвинял в сектантстве.
Пастор Питер Вагнер тоже хотел бы что-то сказать для пастора Чо Йонги. Я сейчас наблюдаю собственными глазами, как происходит настоящее примирение. Я думаю, что среди присутствующих пасторов и евангелистов есть многие, кто должен просить прощения и примирения у пастора Чо. Now this was back in the 1970 году, когда приехал в Корею, мне пришлось идти в церковь Йонгнак, так как запрещалось мне идти, мне запрещали идти в церковь Йонгичо. Я был разочарован, кто-то должен был покаяться за такое отношение к Корее в прошлом. Я искренне благодарен Богу за встречу с самым великим другом в моей жизни, пастором Чо Йонги. Если вы до сих пор критиковали и имели плохое отношение к пастору Чо Йонги, церкви Сунбогым, а Божьей церкви, прошу встать. Мне хотелось бы, чтобы мы попросили прощения у пастора Чо Йонги сейчас, а также хотелось бы предложить того, чтобы мы не... Чтобы мы не тратили более сил на разделение на харизматов евангелистов, но объединились ради славы Божьей. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что мы сегодня смогли примириться в любви. Через Твое помазание будет на нас, и Дух Святой сойдет на нас вдвойне. Подними служителей Бога и используй их. Отец Небесный, если Твой раб сделал что-то недостойное, все прости Бог. Укрепи силой Духа Святого. Дай Духа Святого, наполни Духом Святым во имя Иисуса Христа, молимся. Наше мероприятие посвящено столетию Пхеньянского пробуждения, трансформер Чо Йонги было очень значимым прежде всего, потому что было покаяние пасторов. Это было очень важным событием. Общественное движение покаяния, которое положило основание для движения пробуждения, прошедшего в 2007 году. Движение покаяния, прошедшее в Движение покаяния в 2007 году в Сеуле станет хорошим семенем для будущего пробуждения. Аминь. Надеюсь, я успел все передать. И сакони ики джонкадзиман хэдо, че инсэгэн кэнгдянь орёбьи манэссимида. До тех событий 2007 года моя жизнь была наполнена разными трудностями. Чэнэн 1994년도부터 저희 교회에서 새로운 일을 시작했었습니다. И в 1994 году я начал в своей церкви новое движение. 제가 미국에 안식년 1년을 갔다 오면서 주님을 새롭게 만났습니다. Так получилось, что я взял отпуск на один год, съездил в Америку, и после этого в моей жизни начался новый этап. 94년 12월 30일 날 십자가에 못 박히신 예수님께서 내게 나타나셔서 내가 너를 위해서 새 일을 하리라 그렇게 말씀했습니다. В декабре 1994 года я пережил встречу с Иисусом Христом, который сказал, что я приготовил для тебя новый путь. 사실 저는 전통적인 목회자였기 때문에 이렇게 환상을 본다든지 주님을 이렇게 만난다든지 그런 경험이 없었습니다. Я вообще родился в традиционной христианской церкви, и поэтому для меня встреча с Иисусом Христом, вот это видение было, конечно, чем-то невообразимым. 그런데 그 예수님께서 체육관 전면에 나타나셔서 이 머리에 이 못자국과 가시면류관 이 모든 것을 주님께서 보여주시면서
내가 너를 위해서 몸부림 피 흘렸구만 너는 나를 위해서 뭘 하겠느냐 말씀했습니다. И так получилось, в этом видении Иисус явился в одном спортзале. Он был, как вы помните, да, он весь израненный был, на голове был венец, и он спрашивает: "Я для тебя умер на кресте, пролил свою кровь. Что ты сделал для меня?" 그리고 새 일을 하겠다고 말씀했습니다. И он сказал, что через тебя я буду делать новые дела. 저는 그 예수님을 만나고 난 다음부터 계속해서 기도하기 시작했습니다. И после этой встречи с Иисусом Христом я очень долгое время молился. Я все время стал молился. 그전까지 말해도 30분 기도하기가 어려운 목사였습니다. До этого я был тем пастором, который больше 30 минут не молился. 그런데 주님을 만나고 난 다음 그 다음부터는 만나고 싶어서 견딜 수가 없었습니다. Но после этой встречи с Иисусом Христом я продолжал все время молился. 제가 기도를 하면 누군가 내 앞에 옵니다. Когда я молюсь, начинал молиться, передо мной кто-то встал. 눈을 뜨면 아무도 없어요. 눈을 뜨면 아무도 없어요. Это было такое ощущение, что передо мной кто-то стоит. Я открываю глаза, но передо мной никого не было. 눈을 감으면 누가 내 앞에 있어요. Если я закрою глаза, то опять было ощущение, что передо мной кто-то есть. 예수님이라고 하는 것을 알았습니다. Я тогда понял, что это был Иисус Христос. 근데 보여주는데 이 발목만 보여줬습니다. И единственное, что он мне показал, это его свои ноги. 그래서 기도하면 예수님을 무릎까지 볼 수 있을 거라고 생각하고 더 기도했습니다. Я думал, я считал, что если я буду еще больше молиться, то мне Иисус покажет себя до колен, говорит. Через 3 месяца, да, действительно, Бог Иисус показал свои колени. Еще через 3 месяца Иисус показал уже свой до пояса себя показал. 그러면서 94년 7월 달에 우리 예수님께서 내가 목회하고 있는 그 교회 강당 위에 나타나 있어서 말씀하셨습니다. 아, и так получилось, в 94 году, в июле, я как понял, Иисус уже показался ему, уже открылся уже в церкви, перед кафедрой. Полностью. 내가, 네가 어디를 가든지 내가 함께 할 것이다. Иисус сказал, где бы ты ни был, куда ты ни пошел, я буду с тобой. 네가 말씀 전할 때, 네가 말씀 전할 때, когда ты будешь доносить свое слово, 예배 인도할 때, во время богослужия поклонения, 찬송할 때, во время, когда ты будешь славить имя, я буду всегда с тобой. 내가 너와 함께할 것. Я всегда буду с тобой. 그래서 저는 여기 온 거, 저 혼자 온 건 아닙니다. Поэтому я пришел сюда не один. 우리 예수님이 지금 여기 함께 계신 것입니다. Иисус сейчас вместе с нами, как он и обещал. Аминь, аллилуйя. 예수님이 나와 함께하십니다. Иисус сейчас вместе со мной, вместе с нами. 저를 통해서 여러분들에게 주실 축복을 우리 주님께서는 전하기로 하십니다. И сегодня я хотел бы передать вот эту Божью благодать через сегодняшнюю встречу. 오늘 저를 통해서 부어주시는 은혜를 충만히 받으시기를 축원합니다. Я желаю, чтобы через меня вот эта Божья благодать обильно излилась на каждого из вас. 할렐루야. 할렐루야. 예수님은 살아계십니다. Иисус Христос, он жив. 오늘 우리에게 하나님의 놀라운 축복을 부어주십니다. И сегодня он хочет излить на нас свою благодать. 그러면서 저에게 어떤 일을 하기 시작했냐면 제가 기도만 하면 하나님께서 노래를 주시는 겁니다. И первое, что Бог для меня сделал, когда я начинал молиться, это когда я начал молиться, я начал слышать музыку. 저는 악보를 볼 줄 모르는 사람입니다. То есть я не музыкант, я даже не умел читать ноты. 우리 식구들은 음악 박사가 둘이 있지만 хотя в моей семье есть 2 музыканта профессиональных 나는 악보를 전혀 모르는데 но я не знал даже не умел читать ноты 기도만 하면 하나님이 찬송을 주십니다 но как только я начинал молиться Бог давал мне открывал музыку я начинал слышать музыку 그래서 녹음을 해가지고 반주자한테 글이라고 합니다 и однажды я когда вот эту музыку я напевал тем кто умел музыкантам и попросил чтобы они написали эту музыку 그래서 하나님께서 주신 노래가 200곡 이상이 됐습니다. И в результате я через меня Бог дал нам 200 песен. 할렐루야. 할렐루야. 그리고 이게 집회를 인도할 때도 하나님께서 새로운 찬송을 주십니다. И раз каждый раз, когда во время конференции или собрания, Бог всегда давал какие-то новые хвалы, музыку. Heavenly touch in this prayer. Heavenly love in this prayer. Я английский не знаю. 하늘의 사랑 이곳에. Небесная слава на этом месте уже на корейском языке. 하늘의 touch 이곳에. Божья слава она вместе с нами. 주님의 사랑. Божья любовь. 주님의 은혜. Божья благодать. 주님의 임재, Божье присутствие, 주님의 축복, Божье благословение, 주님의 사랑, Божья любовь.
은혜, 주님의 임재, 주님의 축복, 하늘의 사랑 이곳에, 나 этом месте, 하늘의 터 이곳에, Божий мир на этом месте. 아멘. 여러분, 오늘 제가 이 찬송을 부르는 것뿐만 아니라 여러분에게도 새로운 찬송을 작곡하시기를 축원합니다. Я желаю, чтобы не только я пел вот эти песни, но чтобы в сердце каждого из вас звучала Божья музыка. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 하나님은 새로운 노래를 주시기를 원하십니다. Это Бог, наш Бог, этот Бог, который дает нам новую хвалу. 하나님은 여러분들에게 새 노래를 주셔서 여러분의 입으로 찬송하기로 원하십니다. Я желаю, чтобы Бог открыл новые хвалы и чтобы вы пели их и славили имя Господа. 생명의 빛 교회 위에 하나님이 오늘 새 노래 놀라운 임파테이션, 새 노래의 전수를 주십니다. Я желаю, чтобы дом жизни был наполнен новыми хвалами. Аминь. 특별히 젊은층들, 이 다음 세대들에게 하나님이 이 세대를 변화시키는 새로운 찬송을 부어주십니다. Я желаю, чтобы на новое поколение, на молодое поколение Бог излил вот эту благодать и чтобы действовал через это молодое семя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. 러시아의 부흥은 바로 여기 있는 이 젊은이를 통해서 이 찬송을 통해서 나타날 것입니다. Я желаю, чтобы Боже, чтобы Россия была спасена через это молодое поколение и чтобы из их сердца исходила вот эта Божья музыка. 이 러시아 전역과 이 동굴 앞 모든 곳에 여기서 나오는 찬송들이 이 러시아 전체를 지배할 것입니다. Я желаю, чтобы вот эти хвалы, которые появятся здесь, они звучали во всех концах России. Аллилуйя! Аллилуйя! 하나님이 그렇게 저에게 새로운 일을 시작을 했습니다. И вот таким образом Бог дал мне вот такое новое чудо, можно сказать. 매일매일 하나님께서 새로운 찬송을 주시면서 Каждый день Бог давал мне новые хвалы, песни. 우리의 교회 진도를 가르쳐 주었습니다. 진도. Progress. И он научил, показал, как должна расти наша церковь. 그러면서 하나님이 하나하나 인도해 주셨습니다. И с того момента Бог по одному показывал, что я должен делать. 그런데 문제는 우리 교인들이 그것들을 잘 받아들이지를 못했어요. Но возникла проблема. Оказалось, что не все готовы были принимать вот эти новшества. 제가 이렇게 일어나서 찬송하자고 하면 Когда я вскакивал и начинал петь новую хвалу или хвалу, 손을 들어서 찬송하자면 Если начинал поднимать руку, 그냥 손을 내리는 거예요. У меня сразу руки опускались. 그리고 앉아요. Сразу садился. 그리고 이 찬송을 부르는 것을 별로 좋아하지 않았어. Почему? Потому что людям не нравилось это. 그러다가 교인들이 떠나기 시작을 했어. В результате многие люди стали покидать церковь. 10명의 사람들이 떠나가기 시작했고. Сначала ушли 10 человек. 또 15명의 사람들이 떠나가기 потом 시작했고. Потом еще 15 человек. 그러다가 우리 집 사람까지 우리 교회를 떠나가 버렸어. В результате даже моя жена ушла из церкви. К сожалению. 여러분, 그 목회자 사모님이 교회를 떠난 교회 여러분 다니고 싶습니까? Скажите, особенно служителя, вы хотите ходить в ту церковь, из которой покинула ваша жена? 새로운 일을 시작할 때 사단의 역사들이 얼마나 강력하게 나타났는지 모릅니다. И представьте, когда это началось новое движение в церкви, усилилось действие дьявола, сатаны. И верующие из церкви стали уходить по одному. Стали распространяться не очень приятные слухи. В течение какого-то 3-4 лет и церковь покинула, включая детей, около 1000 человек. 그래서 제가 이제 1997년도 산에 올라가서 기도를 하기 시작했습니다. В 97 году я что стал делать? Я поднялся на гору и стал молиться, я стал взывать Господу. 새 일을 한다고 하는 것이 교인들이 떠나는 것입니까? Он стал говорить, Господи, неужели начало нового в жизни церкви начинается с того, что вся церковь покинула ее?
아내가 떠나가고 даже жена моя ушла. 그리고 정말 우리 아이들도 내가 제대로 만나지도 못하고. И так получилось, что даже я детей не могу встретить своих. 그리고 정말 교인들이라도 많이 온 것도 아니고 교인들도 떠나가 버리고. И вместо того, чтобы людей стало больше в церкви, их стало вообще, их вообще никого не осталось. 그래서 제가 산에 올라가서 오늘은 하나님 응답 안 해 주시면 나는 이제 내려올 수가 없습니다. Я сказал: "Господи, в тот момент, если ты не дашь мне ответ, я не спущусь с этой горы". 그래서 산에 가서 12시까지 기도를 5시간 동안 했는데 아무 응답이 없었습니다. Я поднялся на гору и молился в течение 5 часов, но никакого ответа не было. 그리고 다른 사람들은 다 내려가기 시작했습니다. 제 мои соратники, кто были остались со мной, они уже спустились. 그리고 저는 남아서 계속 기도했습니다. И только я один остался и продолжал молиться. 그런데 새벽 3시가 되던 때 내 안에서 어떤 멜로디가 터져 나오기 시작했습니다. И как на рассвете в 3 часа где-то в 3 часа ночи из моей неожиданно из моих уст стала вырываться мелодия. 아무런 응답해 주시지 않았던 하나님께서 새벽 3시에 감사하신 하나님 에베네셀 하나님 사 Из его уст стала вырываться эта песня, здесь содержание говорится: «О всемогущий, о живой Бог». И он это повторял своими устами. По-нашему, 27 главе, там был один стих, и вот этот стих стал вырываться из его уст. 여기까지 인도하셨네. 여기까지 인도하셨네. 예, Бог сказал, что я. 에베네셀 하나님은 여기까지 나를 인도하셨네. 그런 뜻입니다. Это говорит, там есть такие слова, я точно не помню, говорит, что Бог довел меня и до этого момента, до этого места. 그리고 장래에도 인도해 주시리. И, но это тот Бог, который будет вести меня и дальше. 그 찬송을 새벽 3시에 응답으로 주셨어. И тот Бог, который не отвечал мне до этого, он ответил мне вот через эту песню, через эту хвалу. 그 응답 받기 전에는 너무너무 어려웠습니다. До того момента мое сердце было, на сердце было тяжело. 그리고 힘이 없었습니다. Практически я был ослаблен. 그런데 그 찬송 응답 받고 난 다음에 Но после того, как я получил вот такой ответ, 상황은 똑같아요. 상황은 똑같아요. 아, ситуация вроде бы вокруг меня осталась та же самая. 사람들이 떠났던 교인들이 오지 않았어요. Люди, которые покинули церковь, они не вернулись. 우리 집사람도 오지 않았어요. Моя жена тоже не вернулась. 그럼에도 불구하고 Но. 감사하신 하나님 그 찬송 응답 받고 난 다음에 내가 당하고 있는 문제가 작게 보이기 시작했습니다. Но после того, как Бог ответил мне через эту хвалу, все эти проблемы сразу из больших превратились в вот такие маленькие. 그리고 나를 인도해 주신 그 에베네셀 하나님이 크게 보기 시작했습니다. И тот Бог, который довел меня до этого места, неожиданно он стал выглядеть большим, очень большим. 하나님이 크게 보이기 전에는 내 문제가 크게 보였습니다. До того момента мои проблемы выглядели большими. 그러나 하나님이 크게 보이고 난 다음에는 내 문제는 아주 Но после того, как в моих глазах Бог стал выглядеть большим, мои проблемы стали выглядеть очень маленькими. 여러분. 아멘. 하나님을 크게 보십니까 여러분의 문제보다? 야실 하나님을 크게 보십니까 여러분의 문제보다? Как вы видите своего Бога, большим или маленьким? 참된 은혜를 받는다는 것은 하나님이 크게 보이는 것입니다. Если Бог в наших глазах будет выглядеть большим, то все наши проблемы будут выглядеть очень маленькими. 할렐루야. 할렐루야. 모세도 보이지 않는 하나님을 보이는 것처럼 나갔다고 성경은 얘기합니다. Библии говорится о Моисее, да, который сначала не видел Бога. 여러분의 삶에 많은 문제가 있습니다. 그러나 문제를 크게 보면 하나님이 작게 보입니다. Но в нашей жизни очень много есть проблем. Но если мы будем видеть Бога, который великий и большой, наши проблемы будут выглядеть очень маленькими. 그러나 하나님을 크게 보면 Поэтому, если мы должны 하나님을 크게 보면 여러분의 문제는 작아 보입니다. И вместе с Богом вот эти проблемы они будут уменьшаться и будут становиться очень мелкими. 저는 여러분들에게 그런 은혜가 있기를 축원합니다. Я желаю, чтобы эта Божья такая благодать пребывала в жизни каждого из вас. 자, 교회에서 사람들이 떠나갔죠? Итак, ну, хорошо, вернёмся к моей церкви. Люди все покинули её. 가정도 계속해서 어려웠죠?
семейная ситуация тоже была не очень хорошая. 사람이 없으니까 이제 재정도 어려웠습니다. Конечно, 재정. Сами понимаете, когда в церкви нету общины, то естественно финансовые проблемы возникают. 과연 다음 달 내가 이 관리비를 낼 수 있을까? Я думал, смогу ли я заплатить там даже те же самые элементарные коммунальные услуги вот этой церкви? 부사역자들한테 월급을 제대로 줄 수 있을까? Могу ли я там, скажем, служителям церкви заплатить там пособие? 교회로서 그 모든 일들을 행할 수 있을까? Могу ли я служить в этой церкви, сделать какие-то дела? 그런 일들이 굉장히 많았지만 внутри церкви было очень много проблем. 하나님은 인도해 주셨어요. Но Бог стал вести меня. 지금보다 더 놀라운 방법으로 하나님께서는 내 삶을 인도해 주셨어요. И Бог вел меня очень удивительными путями и удивительными способами. 무슨 사건을 계기로 해서 그렇게 됐느냐면 моей жизни произошла одна вещь. 아까 조영기 목사님하고 화해한 그 사건을 통해서 하나님은 내 인생의 문제들을 풀어주기 시작했어요. После той встречи, после примирения с пастором Чуэнги, Бог стал изменять, все восстанавливать в моей жизни. 그 전까지만 해도 교인들이 되돌아오지 않았습니다. И даже после до этого при все прихожане церкви они не вернулись, они все покинули. 그 전까지만 해도 가정이 회복되지 않았습니다. До того момента еще моя семья не была восстановлена. 그 전까지만 해도 재정적인 어려움들이 계속됐었습니다. До того момента было очень много финансовых проблем. 그리고 사람들이 더 부흥되지도 않았습니다. И церковь не росла. 그런데 2007년도 조영기 목사님과 화해를 하고 난 다음에 Но после встречи, после примирения с пастором Чуэнги 하나님이 분위기를 바꾸기 시작했습니다. 아, Бог стал изменять атмосферу в моей жизни. 그전까지만 해도 제가 꿈을 꾸면 우리 집사람이 이렇게 좋은 모습으로 나오지 않았어요. 아, до того момента 네, 내 꿈속에. 네. До этого момента, когда во сне я видел свою жену, она не выглядела, как сказать, как выглядела не в очень хорошем свете. 항상 우리 집사람이 꿈에 나타나서 화난 모습으로 나타났어. 아, во сне моя жена всегда появлялась такая злая, в гневе. Вот сейчас я тебе, да, типа, да. 화나, angry. Братья знают, да? Братья знают. 그래서 항상 아, 아직도 멀었구나 그렇게 생각을 했었어요. И каждый раз, когда я во сне видел такой образ жены, я понимал, а еще все еще. 그런데 2008년도 제 꿈에 우리 집 사람이 웃음으로 스마일하면서 나타났어요. 예. Но после той встречи примирения с пастором Чуэнги неожиданно во сне моя жена появилась, знаете, улыбающаяся, радостная. 그러면서 제가 우리 집 사람의 어머니 장모님한테 이 가서 용서를 구하러 갔었어. 아, и после этого я пошел уже к своей тёще, чтобы примириться с ними. 제가 첫날 가서 용서를 구했는데 그 장모님이 저를 뺨을 그냥 막 때렸어요. Я пошел в первый день пошел к своей тёще, ну чтобы извиниться перед ней, и в первый же день, ну так досталось в обе щеки. 왜냐면 13년 동안 헤어져 있었기 때문에 장모님의 마음의 상처가 얼마나 컸겠습니까? Представьте сердце тёщи, да, которые 13 лет они жили вдалеке друг от друга, муж и жена, вот. И естественно, тёща она переживала за свою дочь. 그래서 첫 번째 찾아갔을 때는 실패를 했습니다. Конечно, в первый раз я когда пошёл, потерпел поражение, да, ничего не получилось. 두 번째 제가 또 찾아갔습니다. 3개월 후에. Я не сдался, пошёл ещё раз. 그때는 우리 장모님이 나를 들어오라고 그랬습니다. И неожиданно тёща пригласила меня вовнутрь в дом. 그리고 나를 받아주셨습니다. И она приняла меня. 왜 받아주셨냐면? Почему это произошло? 친구들과 함께 기도원에 갔었는데. Она пошла со своими друзьями, подругами на молитвенную гору. 기도를 하는데 자기 기도는 하나도 응답을 받지 못하고 자기는 너무너무 답답했어요. Она молилась, но никак не могла получить ответы на свои молитвы. 하나님한테 왜 내 기도를 하나님 안 들어주세요? И она стала, как сказать, роптать или взывать Господу, Господи, почему ты не слышишь мои молитвы? 하나님이 내 사위를 용서하라. И Бог ей ответил: прости своего зятя. 하나님이 말씀을 해주시니까 우리 장모님의 그 마음이 완전히 녹아져서 저를 받아주셨어요. Божий авторитет. Бог сказал, она сделала, и она простила своего зятя и приняла его. 여러분. 우리 하나님께서 우리의 기도를 듣고 계절을 바꾸실 때 꿈이 변화됩니다. 꿈이 변화된다고. 아, 계절을 когда, 바꿔서 네. 기도 그 기도에 응답을 주실 때 Когда Бог отвечает на наши молитвы, то 기도에 응답을 주실 때 우리의
계절을 바꿔 주십니다. 아, когда Бог отвечает на наши молитвы, то в нашей жизни поменяется. Это, знаете, как смена сезона. Происходит изменение. 예, 꿈이 다르게 만듭니다. 꿈이 다르게 만들고 Наши сны, они даже начинают меняться. 분위기가 다르게 атмосфера вокруг нас она начинает меняться. 그리고 응답을 주십니다. И Бог отвечает на наши молитвы. 13년 동안 저희 집사람하고 전혀 만나지도 못했어요. За 13 лет, в течение 13 лет я не мог даже встретиться со своей женой. 많은 사람들이 이혼하라고 그랬어요. И многие люди говорили, разведись. 그런데 13년 이 조영기 목사님하고 하고 난 다음에 하나님은 저희 집사람하고 저를 13년 만에 다시 화목하게 만들었어요. Но после того примирения с пастором Чо Ёнги, Бог через 13 лет соединил нашу семью. Аминь. Хвала Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. 그리고 두 아이들하고도 화해를 했어요. И также я примирился со своими двумя детьми. 아내하고도 화해를 하고 그리고 두 아들들하고도 화해를 했어요. Я примирился со своей женой, я также примирился с двумя своими сыновьями. 여러분, 가족이 화목하고 가정이 하나 된다고 하는 것이 얼마나 아름다운 일인 줄 아십니까? 어, наверное, кто знает, представляет, как это прекрасно, когда семья объединяется, когда она восстанавливается в Боге, да? 제가 13년 동안 아무리 놀라운 일을 해도 내 가정이 깨져 놓으니까 다른 사람이 전혀 인정해 주지 않았어요. И знаете, в течение 13 лет, что бы я ни делал, чтобы соединить семью, ничего не получалось. И за это время люди меня не признавали. 내가 병을 고친 것도 사람들이 믿지 않았습니다. И даже если я исцелял, если исцелю кого-то, люди не верили ко мне. 내가 사람들을 변화시켜 줬는데도 그런 것도 믿지 않았어요. Даже если я людей изменял, они все равно не верили мне. 왜냐하면 가정이 화목하지 않기 때문에. Почему? Потому что в моей семье не было мира. 여러분, 우리의 교회 운동이 이 가족이 연합이 되고 화해가 되지 않으면 사람들이 믿어주질 않습니다. И знаете, если в нашей жизни, в нашей моей семье не будет мира и порядка, то никто не будет верить тому, что бы я ни делал. 그래서 우리는 이 가정을 회복시키는 일을 우리가 해야 됩니다. Поэтому церковь должна заниматься восстановлением семьи. Аминь. 가정이 회복될 때 하나님의 낙원이 이 땅에 임하는 것입니다. И только тогда, когда будет установлен мир в семье, Бог будет во всей полноте являться в нашей жизни. 특별히 성령 사역을 하는 사람들에게 가정은 너무나도 중요합니다. Особенно те, кто занимается служением Духа Святого, особенно для них важно, чтобы в их семье было мир и покой. 아무리 은사가 많다 할지라도, как бы не было много людей, 아무리 기적을 많이 행한다 할지라도, что бы ни происходило вокруг, 가정이 깨져버리면 사람들이 믿어주지라. Если в моей жизни, если семья будет расколота, если в ней не будет порядка, то никто не будет верить. 저는 이 교회는 깨진 가정들이 회복되는 축복이 있기를 축원합니다. Я желаю, если в этой церкви есть еще такие семь разрушенные семьи, я желаю, чтобы они были восстановлены во имя Иисуса Христа. 러시아의 깨진 가정을 회복시키는 교회가 되기를 축원합니다. Я желаю, чтобы все семьи в России были восстановлены во имя Иисуса Христа. Аминь. 그런데 그것은 바로 용서를 받고 용서하는 일에서부터 시작이 됩니다. Но это примирение начинается с прощения, с примирения. 저희 가정이 그렇게 회복이 됐어요. Вот таким образом моя семья была восстановлена. 그다음에 두 번째는 교회를 회복시키기 시작했어요. Второе, что Бог сделал, это церковь. 우리 교회가 한 천여 명 나갔다고 그랬죠? Я же до этого говорил, что из церкви ушло 1000 с лишним человек. 그런데 2008년에 저희 가정을 회복시켜 주시고 в 2007 году, в 2008 году уже Бог восстановил мою семью. 2009년도에는 저희 교회를 회복시키기 시작했습니다. С 2009 года Бог стал восстанавливать нашу церковь. 그리고 우리 교회 70명의 젊은이들이 들어왔습니다. Неожиданно в 2009 году в мою нашу церковь пришли 70 молодых человек. 수많은 젊은이들이 따라갔다가 다시 이제 그 다른 젊은이들이 교회로 들어왔습니다. Конечно, до этого много людей покинуло церковь, но неожиданно стали возвращаться другие молодые ребята, люди. 그리고 교회가 부흥하기 시작했어. И неожиданно церковь начала расти, она стала пробуждаться. 청년들로 부흥하기 시작했어. Она начинала пробуждаться через молодых. 어른들로 부흥하기 시작했어. После этого стали пробуждаться взрослые. 교회 안에는 24시간 예배하고 찬양하는 일이 생겨나기 시작했어. В церкви стали появляться служения, которые продолжались в течение 24 часов. 그래서 많은 사람들이 와서 24시간 동안 저희 교회를 찾아와서 기도하고 있어요. Итак, на церкви стали приходить люди, которые 24 часа молились, находились в церкви и молились. 얼마나 많은 사람들이 그곳에 와서
하나님의 임재를 경험하는지 몰라. В этой церкви пришло было очень много людей, которые переживали вот эту встречу, горячую встречу с Богом, с Иисусом Христом. 그리고 수많은 교회가 우리 교회를 배우기 위해서 우리 교회로 오고 있어. И многие церкви сейчас стали приходят к нам, чтобы поучиться от нас. 그리고 이 WLI를 통해서 하나님께서 새로운 하나님의 교회들을 한국에 새로 육성시키고 있어. И сейчас через это служение школы Питера Вагнера сейчас многие церкви они духовно восстанавливаются. 많은 그 목회자들이 와가지고 정말 어떻게 치유를 하는지. Многие пастора приходят и учатся, как мы должны учиться нам, как нужно исцелять, восстанавливать церковь. 어떻게 예언을 하는지. Как нужно исцелять, как нужно пророчить. 어떻게 우리 안에 있는 악한 영을 내쫓는지. Учиться тому, как изгонять изнутри, из меня, из других вот эти злые силы. 어떻게 예배를 잘 드릴 수 있는지. Как сделать, что учиться тому, чтобы поклонение было здоровым. 그런 것을 미국에서 온 강사들이 성경적으로 잘 가르쳐 주면서 잘 배우고 있어. И сейчас вот в этой школе приезжают наши проповедники, учителя с разных, с Америки и с разных стран и учат многих этих пасторов этим вещам, важным вещам. 얼마나 교회가 아름답게 회복됐는지 몰라. И сейчас церковь она восстановилась. 자, 가정이 2008년도에 회복됐다고 그랬죠? Я сказал, что семья в 2008 году Бог стал восстановил мою семью. 2009년도는 우리 교회를 회복시켰어요? С 2009 он начал восстанавливать нашу церковь. 2010년도에는 제 사역을 회복시켰습니다. 사역, 사역, 미니스트리. 아, в 2010 году Бог восстановил моё служение. 왜냐면 우리 조영기 목사님이 나를 껴안고 기도해 주셨을 때 제게 이런 기도를 해 줬어요. Когда мы во время примирились с пастором Чонги и стали, помните, да, они сели молились, и пастор Чонги сказал такую вещь, молился, когда молился. 너는 은빛 비행기를 타고 세계 방방곡곡에 가서 기적과 초자연적인 사역을 하게 될 것이라고. 예, 비행기를 타고. 아, он там он сказал такие, что ты будешь, говорит, сядешь на самолет и будешь летать по всяким по разным местам. 그러면서 너는 이제 세계 방방곡곡에 나가서 나의 복음을 전하는데 말로만 전하는 것이 아니라 능력으로 전하게 될 것이라고 말씀했어요. Он сказал, что говорит, ты будешь доносить слово Божье не своим языком, а своей силой. 그리고 2011년도부터 하나님이 저를 아프리카에서 저를 하나님이 불러서 아프리카에 3,000명 모이는 교회 가서 사역을 하게 됐어요. 아, и так получилось. В 2011 году Бог меня призвал, и я поехал в Африку, где был в церкви, где собралось 3,000 человек. 토론토, 캐나다에서 또 저를 초청해서 사역을 하도록 만들었습니다. И так меня стали приглашать с других сторон, из Канады, с других регионов для того, чтобы послужить этим людям. 아루바라고 하는 중남미에 있는 그 섬에서 또 나를 불렀습니다. 서 средней Америки тоже меня приглашали. 여러분, 제가 지금 왜 이 얘기를 하느냐면 하나님이 회복을 시켜 줄 때 가정을 회복시켜 주시고 그리고 또 교회를 회복시켜 주시고 내 사역을 점차적으로 회복시켜 주신다는 것입니다. 예, зачем я это говорю? Наш Бог это тот Бог, который восстанавливает разрушенное в моей личной жизни, в моем служении, в моей церкви и в моем служении. 그리고 내년도에 이제 브라질에 WLI를 하게 되고요. 언제? 브라질. 언제? 내년. 아, и в следующем году планируется вот это служение вот это школы Питера Вагнера также в Бразилии. 예, 또 제가 여기 러시아에도 올 수 있게 됐고요. И так получилось, что я сейчас уже и в России. 다음 달에는 또 일본의 WLI를 세우기 시작했어요. И сейчас также мы договорились, что будем установим вот это служение и также в Японии в следующем месяце. 여러분, 이 얘기는 너무나도 중요한 건데 내가 하나님이 원하는 거 한 가지를 하면 내 삶에 얽혔던 것들을 하나님께서 풀어 주신다는 것입니다. 하나님이 원하시는 한 가지 회개를 하면 하나님이 그 얽혔던 것들 다 풀어주신다는 것입니다. Здесь есть такое свидетельство. Если я покаюсь в том, что желает, чтобы я покаялся, Бог, чтобы, если покаюсь в том, что желает Бог, то Бог начинает изменять мою жизнь все от начала и до конца. 그래서 하나님 앞에 기도할 때 하나님 내 인생에 무엇이 막혀 있습니까? 내 인생에 어떤 것이 지금 해결되지 않았습니까? Поэтому, когда мы стоим перед Богом и молимся, мы должны размышлять над тем, что еще не, какая проблема еще осталась внутри меня. 그리고 어떻게 그것을 해결할 수가 있습니까? И как мы можем ее разрешить? 물어보시면 하나님이 대답을 해 주실 것입니다. Если мы это спросим об этом у Бога, Бог ответит. 너 이것을 회개하라.
Он будет призывать нас к тому, чтобы мы покаялись. 이것들을 용서해라. Он будет призывать к тому, чтобы мы простили. 그러면서 하나님은 나에게 가장 중요한 조영기 목사님, 저는 잘 알지도 못했어요. И самое главное, что до того момента я особо и не знал пастора Чо-Йонги. 신학교 다닐 때 조영기 목사님에 대해서 우리 교수들이 좋지 않는 얘기를 했었어요. Когда я учился в семинарии, профессора говорили о пасторе Юнги Чо не очень хорошие вещи. 그래서 저는 알지도 못하고 조영기 목사님이 이단이라고 제도 강단에서 제가 얘기를 했어요. Представьте, я, получается, критиковал человека, которого практически не знал в своей жизни. 그런데 제가 1993년도 12월 30일을 예수님 만났을 때 Но то, после того, как я встретил Иисуса Христа, 그때 예수님께서 제일 먼저 저한테 말씀한 것이 너 성령 사역을 하는 조영기 목사님에게 용서를 구하라 그랬습니다. Первое, что мне Бог сказал, 93년도. И в 1997 году, когда он пережил вот эту горячую встречу с Богом, Бог первое, что ему сказал, ты говорит, примирись с пастором Чо-Йонги, который несет служение Духа Святого. 네가 앞으로 성령 사역을 할 텐데 성령 사역을 하는 조 목사님을 비판한 죄를 반드시 해결하고 이 일을 해라 그랬어. И Бог сказал ему, если ты в будущем будешь нести служение Духа Святого, поэтому ты должен примириться, извиниться и примириться с тем человеком, с пастором Чо-Йонги, который несет это служение. 그래서 3개월 동안 제가 이 하나님 앞에 회개하는 기도를 했습니다. И после этого, в течение трех месяцев я молился молитвой покаяния перед Богом. 근데 3개월이 끝나고 난 다음에 하나님께서 너 말로만 회개해서는 안 되는데 천만은 속죄 헌금을 드리라 그랬습니다. И Бог ему сказал, то, что на словами то, что ты будешь каяться, этого недостаточно. И он Бог побудил его, чтобы, говорит, заставил, чтобы он, говорит, ты, как это в Библии же говорится, жертва покаяния, да, и он заставил 10 миллионов вон, это около 10 тысяч долларов примерно, чтобы он пожертвовал церкви. 그래서 천만 원을 제가 헌금을 했습니다. И после этого я, как Бог сказал, так я сделал, я пожертвовал 10 тысяч долларов. 제가 개인적으로는 조영기 목사님을 비판했던 죄를 하나님 앞에서 용서를 받았어요. Конечно, то, что перед Богом я получил прощение за грех, что я критиковал пастора Чо-Йонги. 그런데 2007년도 트랜스포메이션 집회를 하게 됐는데 Но в 2007 году мы смотрели видеоролик, была вот эта конференция трансформация, трансформейшн, да? 그때 조영기 목사님을 우리가 초청을 했었습니다. Тогда мы пригласили в первый раз пастора Чо-Йонги на эту конференцию. 조영기 목사님이 원래 금요일 날 오신다고 했었는데 тогда пастор Чо-Йонги обещал, что он придет, говорит, в пятницу. 목요일 날 오시게 됐어요. Но он пришел в четверг. 그때 제가 저 집회 사회를 보고 있었어요. Именно в четверг, там по очереди мы были спикерами, ведущими вот этой конференции. 하나님이 나에게 말씀하시기를 너 개인적으로는 네가 회개했지만 이제 장로교를 대표해서 공개적으로 성령 사역하는 이 조영기 목사님 비판했던 것을 회개하라 그랬어요. И Бог ему тогда сказал, во время, когда он держал микрофон, и сказал: "До этого ты покаялся лично от себя, а сейчас ты должен покаяться и примириться с пастором Чо-Йонги от имени пресвитерианской церкви". 그리고 제가 조영기 목사님 앞에 가서 무릎을 꿇었었어요. И после этого, когда я услышал Божий призыв, я встал на колени и извинился. 그런데 내 안에서 회개가 터져 나오는데 И вот когда я встал на колени, из глубины моего сердца стало вырываться вот это покаяние. Я до этого я никогда так не каялся. 내 안에서 완전히 회개가 터져 나오는데 평생에 그렇게 내가 깊게 통곡하면서 회개한 적이 없었어. Это был в моей жизни первый раз, когда я вот так молился молитвой покаяния, молитва, которая исходила из глубины моего сердца, из глубины меня. 그리고 우리 하나님께서 장로교와 이 순복음 교단의 그 분열됐던 것들을 화해하는 일을 하게 했어. И после этого произошло примирение между пресвитерианской церковью и церковью Сунбогом. Это вот церковь пастора Чо-Йонги. 여러분, 장로교와 순복음 교회의 그 관계는 너무나도 큰 어려움의 관계이기 때문에 마치 남한과 북한과의 관계 같이 그렇게 어렵습니다. Вы знаете, взаимоотношения между пресвитерианской церковью и церковью Чо-Йонги, это, знаете, то же самое, что сейчас взаимоотношения между Северной и Южной Кореей. Можно вот так сравнить. 그런데 하나님이 그렇게 조영기 목사님 앞에 무릎을 꿇고 장로교 목사님들이 무릎을 꿇었을 때 Но
하늘의 뜻을 이루어 주셔서 땅에 이루셨어요. И то, что когда пастора пресвитерианской церкви, они встали на колени перед пастором Чон Ги и переизвинились перед ним, они осуществили Божью волю, которая была на небесах. И после вот этими деноминациями, вот эта стена, которая была, она разрушилась. Если мы покаемся, и как сказано в молитве, да, и да будет воля твоя и на земле, как и на небе. Аминь. 여러분의 삶 가운데 하나님 앞에 온전히 무릎 꿇고 회개할 것들이 있다고 한다면 오늘 저녁에 회개하십시다. Если в вашей жизни остались те вещи, за которые вы должны покаяться, то я призываю, чтобы вы покаялись в этих вещах. 여러분의 가정에 문제가 있다든지. Если в вашей семье есть еще проблемы. 여러분의 교회에 문제가 있다든지. Если у вас еще где-то в вашей жизни остались какие-то проблемы. 여러분의 자녀와의 관계에 문제가 있다든지. Если у вас есть проблемы в взаимоотношениях с детьми. 오늘 저녁에 여러분들이 그 문제를 하나님 앞에 용서를 구하면. Я желаю, чтобы призываю, чтобы вы покаялись перед Богом. 하나님은 그 기도를 들으시고 и Бог услышит эту молитву. 여러분의 삶에 맺혀 있던 것들을 하나님께서 해결해 주십니다. То в этом случае Бог разрешит все проблемы, которые были в вашей жизни. 오늘 시간 저는 설교를 많이 하는 것보다 сегодня у нас время как бы ограничено. 특별히 좀 사역을 하고 싶습니다. 특별히 오늘 이 미니스트리를 하고 싶다. 이 기도를 좀 해드리고 싶습니다. 아, я хотел бы сегодня, чем проповедь, хотел бы немножко послужить вам сегодня. 왜 그러냐면 저에게는 어떤 기름 부심이 있느냐면 저에게는 교단과 교단 사이를 화해하는 기름 부심이 있습니다. 아, хотя я хотел бы сегодня послужить вам своими молитвами. Бог дал мне одну такую силу или как сказать возможность, да, чтобы примирять вот между собой церкви. 또 저에게는 이 교회 가서 말씀을 전하면 장로님들과 그 목사님들이 서로 화해하는 그런 기름 부심이 있습니다. 아, и Бог дал ему помазание примирять людей. Скажем, например, пресвитеры в церкви и пастора. Вы знаете, в Корее есть такая проблема, да, когда нету единства между пресвитерами и пасторами. 그래서 교회 가면은 장로님들과 목사님들 서로 부둥켜 안고 화해를 합니다. И то каждый раз я посещаю такие церкви и помогаю им и примиряю вот этих людей. 또 저에게는 이 부부 관계의 문제를 해결하는 기름 부심이 있습니다. И Бог также дал мне помазание, чтобы примирять за мужа и жену. 13년 동안 헤어졌다가 다시 저희들은 화합을 했습니다. Так получилось, я до этого делился. 13 лет мы никак не могли примириться с семьей, но это произошло. 그리고 부모와 자녀 관계 깨진 그 부모와 자녀 관계를 회복시키는 기름 부심도 하나님 주셨어요. И Бог дал мне помазание, чтобы примирять разрушенные взаимоотношения между родителями и детьми. 그래서 오늘 저는 오늘 여기 계신 분들에게 그 기름 부심으로 기도를 해드리고 싶습니다. И сегодня я хотел бы вот с этим помазанием, имея вот это помазание, также помолиться за каждого, за тех, кто нуждается в этой молитве. 혹시 오늘 저녁 여기 오신 분들 가운데 이 부부 관계 문제 때문에 갈등하시는 분이 있습니까? Если, может быть, среди вас есть те, кто имеет вот эти проблемы в своей семье. 그리고 부모와 자녀의 관계 때문에 갈등하시는 분이 계십니까? Или, возможно, есть те, кто имеет проблемы со своими детьми. 그리고 교회가 그 장로님들과 그리고 이 목사님들 갈등 때문에 어려움을 겪으신 분이 계십니까? И, возможно, кто-то имеет какие-то дух непримирения между со своим пастором или там между своими братьями. 오늘 저는 그분들을 위해서 하나님께서 주신 것들을 좀 선포하고 싶습니다. Я хотел бы сегодня провозгласить вот Божью силу, вот это примирение в вашей жизни. 그래서 조영기 목사님하고 화해하고 난 다음에 내 인생의 그 어려운 문제들이 해결된 것처럼. И так же, как моя жизнь изменилась после примирения с пастором Чо Юнги. 오늘 저녁 여기 계신 분들의 삶의 문제들을 해결하고 싶습니다. Я хотел бы, чтобы через эту молитву в вашей жизни произошли вот такие изменения. 이런 일을 하는 것이 사도적인 교회가 하는 일들입니다. Это то, что должна делать апостольская церковь. 이제 제가 내일에는 제가 사도적인 교회가 어떤 교회인가에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Сегодня и завтрашнего дня и каждый день я буду вам говорить, делиться тем, какая должна быть апостольская церковь и что она должна делать. 화해와 연합 사역의 기초가 되지 않으면 사도적인 교회는 무기력해집니다. Если в этой церкви не будет примирения, то эта церковь, апостольская церковь, она не будет иметь силы. 그래서 제가 제일 처음에 제가 여러분들에게 원하는 것은 Поэтому, 오늘 여러분의 삶에 그 모든 갈등 관계가 있다고 한다면
그 자리에 일어나시길 바랍니다. Я поэтому первое, что я хотел бы, если в вашей жизни у кого-то есть вот это, кто-то не примирился или есть у вас разрушенные взаимоотношения своей там второй половиной женой или мужем или есть проблемы с детьми, я хотел призвать, чтобы вы все встали с этого места. 네, 시간이 9시까지 해야 되기 때문에 지금 제가 설교는 여기서 이렇게 마치고 오늘 그런 분들을 위해서 좀 기도하는 시간을 좀 가졌으면 좋겠습니다. И знаете, сейчас у нас как бы время ограничено, и я хотел бы как бы проповедь на этом остановить. Но сейчас хотел просто послужить вам своей этой молитвой. Если кто имеет вот такую проблему, я пастор призывает встать со своего места, просто встаньте со своего места, кто так много. 이 일은 설교보다 중요하기 때문에. Потому что это важнее, чем проповедь сейчас на данный момент. 오늘 어제 저녁에 제가 잠을 잘 때, когда я вчера спал ночью, 비몽사몽 간에, во время во сне, 마치 이 지진이 나는 것처럼 제 침대를 그 악한 영들이 나를 억눌렀습니다. Я ощутил, как злые силы давят на меня. Было такое ощущение, что началось землетрясение. Было ощущение. 그리고 이상한 여자들이 이렇게 나타나가지고 나를 향해서 굉장히 비웃는 모습을 봤습니다. Неожиданно я увидел вокруг своей кровати несколько человек, были мужчины и женщины, которые смотрели насмехались надо мной. 농부같이 생긴 그 남자들도 이렇게 나타나 가지고 저를 계속해서 비웃는 그 모습을 지금도 생생합니다. Я до сих пор вот прям в памяти свежо, как их взгляд, свежо, как они смотрели на меня. 근데 제가 오늘 이 말씀을 전하면서 깨달아지는 것이 바로 이 러시아의 가정을 깨뜨리는 영들이 있다는 것입니다. И знаете, я сейчас понял, в чем дело. Когда это были те духи, которые разрушают взаимоотношения в российских семьях. 부부관계를 파멸시키고. Это те бесы, которые разрушают супружеские взаимоотношения. 부모와 자녀의 관계를 완전히 파멸로 이끄는. Это те бесы, которые разрушают взаимоотношения между родителями и детьми. 그리고 마치 그것이 당연한 것처럼 하게 하는 그 영적인 역사가 있다는 것이. Я ощущал, что это действие очень сильное. 제가 어저께 저녁에 그것을 경험하면서 도대체 이게 어떤 영인가를 잘 몰랐어. В самом начале я не понимал, что это за бесы. 근데 원래 강당에서 이 말씀을 전할 때 하나님이 깨닫게 해주셨어. И когда я сейчас говорил, Бог мне дал это понимание, что это. 이 러시아에서는 가정의 가치를 중요하게 하지 않게 하는 그런 영이 있다는 것입니다. Потом я ощутил, понял то, что в России есть те бесы, те злые силы, которые делают, которые уничтожают ценность семьи. 쉽게 결혼하고 쉽게 헤어지는 그런 영적인 역사가 있다는 것입니다. Здесь ощущается присутствие того, что вот как люди, они не знают ценности семьи, они легко сходятся, легко расходятся. 어저께 저녁에 저를 공격했던 그 영들은 가정을 깨뜨리는 영들. И сегодня я понял, что это были те злые силы, которые разрушают семьи в России. 쉽게 헤어지게 하는 그 영들. Это те злые силы, которые делают так, чтобы семьи легко распадались. 그것들이 어제 저녁에 나를 공격했어요. И вчера я вот был атакован именно вот этими злыми силами. 오늘 이 시간에 제가 예수 그리스도 이름으로 사도적인 권세로 제가 선포합니다. И сегодня я хотел бы во имени Иисуса Христа, властью данной апостольской властью, хотел бы провозгласить вот это освобождение. Да, сонул ты. Поднимите все руки. Да, Господь. 오늘 제가 예수 그리스도의 권세로 сегодня и именем Иисуса Христа, силы Иисуса Христа. 가정의 가치를 중요하지 않게 만드는 영. Я провозглашаю, чтобы те злые силы, которые делают, уничтожают ценность семьи в России. 가정을 쉽게 해치는 영. Которые легко разрушают семьи, взаимоотношения в семье. 그리고 부모와 자녀의 관계를 쉽게 해치는 영. Которые легко разрушают взаимоотношения между родителями и детьми. 하나님이 주시는 가장 중요한 가정을 깨뜨리게 하는 영들은 те злые силы, которые разрушают, легко разрушают семьи в России. 내가 예수 그리스도의 이름으로 명하노니. Во имя Иисуса Христа я приказываю. 오늘 이 시간에. В эту минуту. 여기 모든 가정에서부터. Все эти злые силы. 완전히 떠나갈지어다. Уйдут из каждой семьи, которая здесь в этом месте. Во имя Иисуса Христа. 예수 그리스도의 이름으로. Во имя Иисуса Христа. 가정을 괴롭히는 어둠의 영들은. Те злые силы, бесы, духи. 떠나갈지어다. Да уйдут во имя Иисуса Христа. 이혼하게 하는 영들은. Да те бесы, которые. 떠나갈지어다. Да уйдут из жизни этих людей. 음란한 영들은. Во имя Иисуса Христа. Да уйдут эти злые силы. 떠나갈지어다. Да уйдут во имя Иисуса Христа. 정결치 못한 영들은. Те злые силы, которые разрушают. 떠나갈지어다. Да уйдут во имя Иисуса Христа. 오늘 이 시간에 한번
주여 외치면서 우리 안에 있는 이 모든 가정을 깨트리는 영들은 완전히 따라갈 지어다고 외칩시다. И сегодня давайте призовем имя Иисуса Христа, который имеет силу над всеми этими духами. 예수 이름으로 이 가정을 깨트리는 영들은 따라갈 지어다 선포합시다. Давайте провозгласим, Господь, провозгласим. 주여! Который имеет силу над всеми силами. Имя Иисуса Христа, который освобождает. И Ношая Хаджамар Кесогеза Абудяна, который мучает все семьи в России, который разрушает семьи, Сегодня в этом месте среди мужчин в возрасте 40 лет. 나는 도저히 내 가정을 더 이상 내가 연합하고 싶지 않다. 나는 이제 정말 이 가정에서부터 나는 떠나고 싶다고 하는 그런 사람이 있다고 그래요. Сегодня Дух Святой говорит мне, что среди мужчин в возрасте 40 лет есть тот, который считает, что все, он не может уже служить в своей семье, что он хочет уйти из своей семьи. 40대 남성 가운데 나는 이제는 도저히 저 사람하고 살 수가 없다 하면서 그 모든 것들을 결별하려고 하는 사람, 하나님이 있다고 하는데 나오시기 바랍니다. Я хотел призвать этого человека, этого мужчину сюда, на это место. Я призываю, чтобы он сделал шаг веры, проявил мужество. 나는 이제 내 가정을 이제 더 이상 하고 싶지 않다. И мы помолимся за него. Есть тот человек, который говорит, что я не хочу этой семьи. 제 마음속에 그런 하나님의 생각을 주셨어. Сегодня я сейчас молился, и Бог дал мне вот такое сердце. 그리고 우리 가정이 정말 나는 회복하고 싶다 하는 그런 분들도 있으면 이 앞으로 나오시길 바랍니다. Если среди вас также есть те, кто хочет, желает, чтобы моя семья была счастливой, если есть. Да, счастливой, чтобы она восстановилась. Пастор опять тоже призывает на это место. 하나님은 오늘 이 사도적인 권세를 가지고 선포할 때 그 문제를 해결할 것입니다. Сегодня Бог хочет разрешить проблему этой семьи. 며칠 전에도 전화로 기도를 부탁을 했어요. Несколько дней назад кто-то позвонил ко мне. 자기가 이 и позвонил ко мне и помолил. 오는 모르게 이렇게 아파가지고 전혀 병원에 가도 낫지 않는다는 겁니다. Он говорил, что в больнице не могут исцелить от болезни. И этот человек попросил меня помолиться через по телефону. 전화로 기도를 했는데 я помолился через по телефону. 몇 년 동안 오는 모르는 아픔이 완전히 다 사라졌어. И та болезнь, которая была внутри этого человека, она была исцелена. 오늘 우리 하나님께서 사도적인 권세로 사람들의 삶을 회복시키기를 원합니다. Сегодня Бог хочет, желает апостольской силой, властью исцелить, восстановить вот эти семьи.